Это вторая часть walk-around моего мотоцикла Honda CBR 1000RR Fireblade Repsol Edition. А меня зовут Стрелецкий Евгений Сергеевич. Я даун. Я даун, дебил и идиот. Потому что при съемке предыдущего ролика случился небольшой косяк. В течение 30 минут мотоцикл с заглушенным двигателем работал на дальнем свете. То есть дальний свет был выключен и аккумулятор сел. Ну, пришли ребята, приехали ребята, подзарядили меня, с толкача все же не решились новый литровый суперспорт заводить. Подзарядили, и все в порядке. Сейчас можно послушать работу его двигателя. Собственно, на этом моменте предыдущее видео и оборвалось. Пожалуйста. Уже 418 километров пробег. Запускаем двигатель. Подсос. Заработал. Ух, слава богу. Более 4000 оборотов не советую я себе крутить, потому что мотоцикл на обкатке, еще нету 1000 километров, поэтому сильно насиловать движок не будем, иначе, как известно, как обкатка пройдена, так мотоцикл работает и в дальнейшем. На этот раз, учтя прошлый косяк, я включил, оставил включенным только ближний свет. Первое время буду стараться ездить чисто на ближнем свете. Аккумулятор в этой модели мотоцикла очень маленький. И держит, соответственно, тоже не очень долго.
На этом, думаю, все. А с вами был Стрелецкий Евгений Сергеевич и обзор его мотоцикла Honda CBR1000RR Fireblade в расцветке Repsol 2013 года выпуска. Ну, всем пока!